Друзья, снова всем привет с этого поинта. Еще одно видео. Нам друзья подарили подарки. Пока мы путешествовали по сафари и океанам, они были в Руанде и привезли нам кучу интересного. Сейчас все покажем, расскажем, сделаю распаковочку. Наташа будет все делать. Буду все фиксировать на видео. Кстати, не обратила внимания в прошлом видео, что Наташа в бусиках и с танзанитом. Сережки с танзанитиком, которые мы купили, когда вернулись в Царит Молл. Последний наш шопинг. Ну и платьишки, которые я купила в Эмиратах. Вообще так, за 30 дирхам. Вообще красота. Шо, копейки. Так, что, начинаем? Да. Ну все это было в таком большом пакете. Это вот такое кофе. Простите, это полкилограмма. Мы думали, что это 250 грамм. Вот такой кофе. Горилла вообще. Популярные такие животные в Руанде. Да, вот флаг, флаг страны Руанда. Да, да, и вот такое кофе. И это сегодня, национальный сегодня символ. Уже пробовали. Горилла, это национальный шикарно. Символ. Так что еще полкилограмма кофе везем с собой. Вообще красивый такой. Да, так, и надеюсь, что у нас перевеса не будет. А то мы так складываем. У меня обратно уже куплено две сумки. Причем Наташа кричала, зачем ты докупаешь вес? Глупо. Так, это магнитик. Магнитик смешной, да? То есть, друзья говорили, мы искали, но вот было только вот... Ну, только вот такие магниты были, ну, сильно. Это же, наверное, не Китай. Китай такого не сделает. Нет, это дерево, во-первых. На лицо, ручная посмотрите. Работа. И я так думаю, это на национальном уровне утверждено вот этот образ этой гориллы. Так что... Да, потому что, оказывается, есть там парк горилл. В трех странах. Как сафари. В трех странах он граничит. Ну, Руанда, Уганда и что-то еще. И Конго. Народная республика Конго. Да, и чтобы вы понимали, сафари в этом парке стоит со стороны Руанды $500. Так что вы понимали, вы заходите и в метре там от вас гориллы уже вот так вот, огромные гориллы. Вы не ездите, вы ходите вместе с этим гидом, и он вас вот так вот. И да, он вас как бы охраняет, и горилл как бы отгоняет. Ну, я надеюсь. Прикольно, конечно, видео. Там просто здоровая горилла возле тебя в метре стоит. Ну, это все-таки стрёмно, мне кажется. Ну, это из Руанды. Вот это вот подарочки из Руанды. Это все подарочки из Руанды. Нет? Нет. Это кенийский. Это кенийский. Это кенийский. Это кенийский хендмейд. Нам на Рождество, на Новый год. Конечно, вот вы смотрите поняла, видео, когда уже этого. Все это прошло, но вы же знаете, мы уезжаем, снимаем вам контент, потом показываем. Это фирма, видимо, делает, которая шоколад. Вот же. А помните, мы пили с вами мятный шоколад и не были даже уверены, что это мятный шоколад. Прикольное видео было. Да, я не помню. Village Market. Так что это, смотри. Да, что-то мы уже открыли. Открыли, но не попробовали. Это молочный шоколад. Опа! И там, смотрите, что елочка. Елочка. Если я выму ее, конечно. А ее обязательно видно. Так, поставьте Натальеньке лайк, она вытащила шоколадную елочку. Вот такая красота. Кстати, она будет, пахнет. Наверное, сейчас съесть, а в баночку положить бегемотиков, очень, которых мы купили целую кучу, и довести их нормально. Так, значит, вот так две такие елочки у нас есть. Потом есть вот такое, это кофе, кофейные зерна. Сейчас я наведу, да, смотрите, видно кофе, видите? Видно шоколад. Кофейные зерна, но это кайф, красиво, конечно. Красиво так написано, вот. Мока бинс и 60 грамм, да? Да, думаю. Кинул себя, дошел до работы, уже взбодрился. Так, и вот так вот достаем. Мне тут интересно, мы довезем все или нет. Смотрите, какая красота. Это свеча, и можно говорить. Это свеча. Аромат якусь вот так называется. И чего? Эвенил какой-то близ, я не знаю. И вкусненький мы уже... Ну это, слушай, это вот так просто уже такая. Тут одно понюхали, написано. Затестили, но пока еще не жгли. Тут написано очень много про эту фирму, я так поняла. Тут и воск есть, аромат воск. О, красота, вон сколько, да. Свечей. Кстати, пишите, кто-то любит такие свечки. Я до Эмиратов вообще как бы их не сильно покупала или полила. В Эмиратах мы покупаем, но мы в Бас-н-Боди покупаем. Ну а цены вообще у свечей бывают такие, что... Дорогие парфумы столько не стоят. Смотрите, тут на две вот эти. А крышечку покажи еще, крышка. Деревянная. Тоже. Красивая деревянная. А ну, вдохни и расскажи еще, чем пахнет. Ты знаешь, я не могу сказать. Очень легкий аромат ванили. Очень легкий, вкусный. Он ни сладости не дает. Что-то, опять же, кислинка. Что ты скажешь? Я не знаю, очень приятно. Мне кажется, он будет приятно пахнуть. Потому что Наталку полюбуйтесь. Описание я что-то не нашла, именно что состоит именно эта свеча. Вот такая коробка. Мне когда что-то цитрусовое, вот цитрусовое и ваниль. Может, но тот ваниль же лемонграсс, который может, популярный, быть, который может. Был в твоих своем сухом парфюме, да, про который мы рассказывали. Натуральное соевое и пчел воск. Видишь? Что? Ну, пчел воск пчел.
Пчел-воск. Это воск из сои и пчел, которые делают. Понятно, да? Ну, такая красота. Тяжелая. Да, тяжелая, поэтому мы думаем, что это полетит с нами в ручной кладе, скорее всего. Мы уже там летим Air Arabia, и вес там 20 килограмм, а у меня 30, который должен быть разделен на две части. То есть, а летели мы сюда 20-20. Причем у тебя был ровно 20, у меня что было 12 килограмм, мой чемоданчик. Найроби Кенни, бач делает, написано. Угу. Найроби Кенни. У них много, конечно, вот этого всего ручной работы, так классно. Да? Это сделано, конечно. Так что вот такой подарок классный. Ну, все показало вместе. Да. Но магнит это лучше. Мы дрались. Мы так сначала смеялись, а потом вчера небольшая потасовка была. Холодильников-то два, а магнит один. Так что, ну вот такие. Пойдем заварим кофеёк. Классные. Больше написано медиум. Медиум. Да, вот как рост. Заваривать. Да. Написано. Тут написано чайная ложка 8 грамм на 150 миллилитров воды. Ой, чайная столовая. Тейблспун. 8 грамм это большая ложка. И видишь, ну во всех это, хоть в машину, хоть в френч-пресс, хоть куда. Да, хоть куда его хоть бросай, куда. Он везде пригодится. Так что вот такие подарки будем везти. Пакетик, наверное, оставим здесь. Вот. Вот здесь, кстати, хамелеончик жил, помните, мы вам видео снимали. И нам даже друзья спросили, а вы его взяли в руки? Мы говорим, в смысле взяли в руки? В смысле взяли? А его что, можно брать? Она говорит, да, мы его берем. Он шипит, но он не Он шипит, но он нормально, адекватненько. Я так немножко в шоке была, мы же как бы и не знали, что живность всякую можно брать и трогать. Тут пчелки, кстати, тут вроде как они были пышнее, когда мы только... Посмотри, оно упало за пару дней отсвело. Когда мы только приехали, ну, намного пышнее было. Ну, вообще, вот такая зеленая красота, нам это очень-очень будет напоминать, что где-то есть зелень в Эмиратах, в городе Элиане, поскольку у нас город просто из песка и пыли состоит. Ну, вот... Выезжаем путешествовать, выезжаем друзьям, когда есть возможность. Но есть побочка, можно поскиглюсь. У меня здесь постоянно болит голова. В Найроби особенно, Найроби. Да? Именно в Найроби. Именно в Найроби. Тут какое-то высокая горность, чешо, и выходит, когда солнце, боже. И какой-то совершенно определенный... не первый год, да. У тебя не первый, ну, в прошлом году тоже самое. То есть начинать утро с таблетки, да, это вот. А что делать? Кстати, у вас бывает такое интересно? Ну, может, у вас в какой-то стране такое бывает? У Наташи вот в Кении, в Найроби постоянно такое, мы уже второй раз приезжаем. Ну, как-то это забывается. Я забыла, например, про прошлый год. Так что, ну, смотрите, нашего друга хамелеончика здесь нету. Ну, наверное, он ушел куда-то. Не будем чушь беспокоить, там, кричать, лазить. Ну, отдыхай себе, малыш. Так что, ну что, вот такое у нас видео. Ставьте лайки, пишите комменты. Всем пока. На 8 минут на 3.